Привет всем! В этом видео я покажу вам интересную банкноту, у которой перевернут водяной знак. Да, реально, такие банкноты можно встретить, и в этом видео я расскажу, каким образом нашли конкретно эту банкноту. А партнером этого выпуска является магазин goldsilver.org.ua, на котором вы найдете огромное количество инвестиционных золотых и серебряных монет. Очень советую заглянуть. В будущем мы сделаем обалденный розыгрыш. Так что, если вам это интересно, подписывайтесь на канал. Эту тему я раскрою более детально в будущих видео. Ну что, погнали! Итак, ребят, когда я перебирал банкноты, целую пачку по 1 гривень, я даже не просвечивал, не смотрел на водяные знаки. А возможно, стоило бы проверить, потому что... Судя по вот таким вот проходам на аукционе, мы видим, что такие браки случаются, их реально найти. Я связался с продавцом этой банкноты до завершения еще торгов, мы не знали, какая будет здесь цифра. Он мне рассказал историю, как же данная банкнота была найдена. На самом деле, это не методом перебора она искалась, то есть люди не смотрели пачки, не определяли. А просто банально человек решил потратить, купить себе кое-что на базаре и... Внимательный продавец посмотрел на свет и сказал, что он эту банкноту принимать не будет, потому что она бракованная, либо фальшивая. И, понятное дело, вернули эту банкноту, и она не пошла дальше ходить по базару, по рынку. И вот таким образом данная банкнота нашлась и набрала 31 ставку. 5020 гривен, я думаю, это не предел, в принципе, скорее всего, такая цена могла бы быть и больше, как по моим ощущениям, 6 и 7 тысяч гривен такая банкнота могла набрать, может быть, связано с тем, что недостаточно распространено это направление, и не так много коллекционеров, нумизматов следило за данным лотом, всего 196 человек, хотя это довольно редкость встретить и найти такой вот номинал выловить. Так что, друзья, теперь у кого есть желание получить такую банкноту, обязательно просматривайте какое-то количество. Так что желаю всем удачи в поиске интересных раритетных банкнот. Можно купить себе на аукционе, понятное дело, а можно попробовать найти, и действительно, это реально. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, если вам понравился ролик. И всем удачи, пока!